Разрешения на размещение нестационарных торговых точек еще в недавнем прошлом выдавались чиновниками без оглядки на инфраструктуру города. Сегодня это привело к тому, что павильоны и киоски встают на пути у коммунальных и дорожных служб, мешая дальнейшим работам. Глава города Сергей Носов потребовал более не допускать подобного, а также исправить текущую ситуацию. У нас впереди 18-й год, да? Ни одного нестационарного объекта на инфраструктурных инженерных сооружениях быть не может. Пешеходные тротуары также являются частью инфраструктуры города, которую нужно освобождать от нестационарных объектов. Например, эти три киоска, работа по переносу которых уже началась. Владельцев этих торговых точек застать на месте не удалось. Киоски не работают. Что ожидает один из них в ближайшем будущем, нам рассказал рабочий, занимающийся частичным демонтажом павильона. Поднимем его, приготовим, кран придет завтра и поставим туда 4 метра назад. Поднимаем его, приготовляем для крана, чтобы снизу соцепить его, поднять, чтобы поставить, с дороги убрать. Судьба остальных киосков, мешающих завершить работы по реконструкции дороги, пока неизвестна. Возможно, они будут включены в список объектов, подлежащих сносу. На сегодняшний день в него включены 72 торговые точки. Все они должны исчезнуть с улиц города в течение следующего года. Сергей Трупанов, Павел Охотников, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ.